В поселке Искатели после реставрации открыли памятник геолога-разведчикам. Теперь он приобрел новое и постоянное место прописки. Монумент перенесли на постамент рядом с конечной остановкой, то есть в центр поселка. Внешний вид памятника обновили на деньги из Заполярного района. Теперь он стоит напротив здания, в котором ранее располагалась Наринмарская нефтегазоразведывательная экспедиция, благодаря которой открыты и разведаны практически все месторождения на территории нашего округа. Решение о новом месте для памятника было принято коллективно. Памятник – это не только дань уважения всем разведчикам недр, но и напоминание нам, что нельзя забывать прошлое.